Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию прохождения GTA 5. Надеюсь, вы ее ждали. Ребята, я как-то смотрю на себя с камеры, и не смотри, что я такой красный. Я просто был, сгорел, да, ничего, думаю, страшного в этом нету, потому что многие могут там меня спросить: Эдисон, ни хрена себе, ты что такой красный, да? Поэтому сразу же вас и предупреждаю. То, что я, ребята, был на бассейне, и поэтому я сгорел, да, и... Не смотрите, что я красный, если все-таки это очень сильно заметно. Ребята, спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, я надеюсь, оставит свой комментарий и также подпишется на мой канал, кто еще не подписан. Я буду очень и очень и очень сильно рад каждому новому подписчику. Лагучее это конченое меню. Вы себе не... Я не знаю, видно ли вам это или нет, но у меня тут так лагает до жопы, если честно. Ух, офигеть, там у меня там падает до 5 FPS. Я не знаю, почему там падает до 5 FPS, но это прям жесть. Ребята, если вы хотите видеть новую серию GTA прям в ту же секунду, как только вы закончите смотреть эту серию, то, ребята, поставьте лайк. Как только, вот честно, ребята, я уже так привык, что как только мы наберем 250 лайков на этой серии GTA 5, ту же секунду выходит новая серия. Прям зуб вам даю, ребята, честное слово, в ту же секунду выйдет новая серия. Ну, прям, ладно, не в ту же секунду, в ту же минуту, да, потому что я не владею какой-то телепатией, что прям, в ту же секунду, мы уже набрали там 250 лайков сразу, в ту же секунду я выпустил видео. Конечно, в ту же секунду я не смогу, но в ту же минуту, допустим, да. А я постараюсь выпустить видео. Поэтому, ребята, как только мы наберем 250 лайков на вот этой серии, сразу же выйдет новая серия. Поэтому, если вы хотите видеть новую серию GTA 5, будет прям сейчас или там завтра, когда вам угодно, то все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. И знаете, что я сейчас так смотрю? Давайте мы, наверное, поедем. Да точнее, давайте я нажму на паузу, потому что я не хочу сейчас... 8 километров практически пилить туда, пока мы туда не доедем, да? Давайте я нажму на паузу, и как только я туда приеду, мы продолжим. Так, ребята, но мы уже подъезжаем к заданию. Как раз начался дождик, такой прям ливень, ух, как я скучаю по дождику. Но мы уже практически сюда доехали. Главное сейчас не стукнуться и не слететь вот тут с этого обрыва. А спокойненько, как можно спокойненько туда доехать. Нифига себе, тут дорога вот эта началась. Мы съехали с нормальной дороги. Ой. Я прям на этой машине каждую серию буду врезаться. В предыдущей серии я такой там 35-й сальт, как бы тройное, четверное. И еще фиг его знает, какое сальто я там кинул. И сейчас вот... What the fuck? Как она взорвалась? И сколько мне сейчас топать? Опять 8 километров. Я полчаса ехал туда. Вашу мать. 5 кусков у нас... Ребят, я такой еще... Как? Я на камушек напрыгнул и... Охренеть. Я понимаю, что я на крышу как бы, да, упал, но у меня такого еще никогда не было, чтобы... Ни хрена себе, вы че? А, это типа я ихнюю машину украл. Офигеть, ребята, 5-3 километра. Мотоцикл, поехали дальше. Я надеюсь, что сейчас мы не стукнемся, что я нормально там прыгну с той горы, нормально упаду на землю, не перевернусь и не убьюсь, и мотоцикл не взорвется. Это прям баганное какое-то место, что ли, было. Фиг его знает. Ну, первый раз такое, чтобы я с метра упал на крышу. Бывало, что я с 30 метров, когда здание прыгал, падал на крышу вот этого всего транспорта, и он не взрывался. Вот тут прям... Все. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Boys, your boys. It's the
beds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in International Affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight then. No. There is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Ух ты, это что такое? Столбы какие-то. Field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Ну, поехали. Двигай вдоль побережья. Упс, так, тут камни, много камней. Так. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities, a joke to you. So maybe I redeem myself and killed in the process, huh? That old bullshit. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Я помню это задание. Ну, такое, не скажу, что прям интересное. Такое, более-менее, знаете. Прыгаем. Жопочку себе подсветим фонариком. Ну, просто вот туда сосветил, в то место у меня сразу такие ассоциации возникли. Как я не люблю вот это конченое управление под водой, оно меня кумарит. Я, если честно, вообще еще до сих пор не понимаю, куда нам... Когда я нажимаю... Так... Ага, так, это бред какой-то. Когда нажимаешь вверх, он плывет вниз. Когда нажимаешь плыть вниз, он плывет вверх. То есть, какой жопой разработчики думали, когда это делали? То есть, нельзя сделать, когда нажимаешь на вверх, то он плывет вверх. Когда нажимаешь вниз, то он плывет вниз. Зачем делать все наоборот? Бред какой-то. Что бы сделали, что нажимаешь вправо, он плывет влево, и нажимаешь влево, он плывет вправо. Нахрена? Ну ладно, не мне судить. Они, наверное, лучше знают, чем я. Где я вообще? Ага, вот. Ну, развернись ты, жопа жирная, Майкл. Да как меня это управление бесит? Вот, нажимаю вверх, он плывет вниз. Охренеть. Ну поплыли, куда там нам нужно? Удерживайте, чтобы включить резак, используйте, чтобы... Ага. Ага, вот, я понял. Ага, прикольно, прикольно. Я и забыл про это, если честно. Во. И это нам так по кругу, да, нужно? Ну понятно, что чтобы вот это все разрушить, нам по кругу нужно. Там еще и топливо есть, нифига себе. I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers.
Так, ща, ребята, мы уже практически это сделали. Так, где я? То я не вижу, вижу. Вот сейчас уже вижу. Вижу. Давай, 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 это топливо не бесконечное. Я так на расслабончике, знаете, я как-то даже сначала не заметил, что там топливо есть. Я думал, это бесконечная вот эта хрень, да? Так. Так, и практически все. Все. Прикольно. Долбани, чтобы это все упало. Круто. Прям так ровненько, ровненько выпаяли. Ну, плыви ты уже. Проберитесь в лабораторию. По подводный туннель, ребята. Прикольно. Ну, сейчас. Упс. This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that ain't true. Так, куда? Вижу. Я не скажу, что это задание. Хотя фиг его знает, ребята. Сейчас посмотрим. Может, я реально забыл. То есть, будет ли оно интересно, вот это задание или нет. Yeah, only I wasn't caught. Remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Так, опа, вижу. Офигеть, тут туннели, конечно. Ой, стукнулся башкой, извиняюсь, Майкл. Шишка будет, ничего страшного. До свадьбы заживет, как говорится. А, я думал, у него там кишка какая-то горит, а это у него вот этот фонарь, просто это как-то... Это турбина какая-то, чего-чего я как-то пропустил, что он там говорил. Ага. Сюда наверх, да? Сейчас будем всех пих-пих-пих! Как я помню, мы будем их убивать только с помощью... Не убивать, а оглушать с помощью электрошокера. Ну, сейчас увидим, короче, что гадать. Я первый! Пропустите. Опа-опа-опа. С ластами очень удобно. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, set your phaser. Так вот, видите, как я говорил, у нас электрошокер. Ну, в принципе, мы можем и вот с этим всем, но вот шокер. Потому что там ученые, видите? Это ученые, это. Так, шокер. Вот. Это ученые, это не враги. Вот. То есть, видите, мы их не убиваем, мы их просто немного пих. Выносливый. Ух, Майкл прям выносливый. На 100% мы его прокачали. Кто-то сейчас вылезет там. А давайте от первого лица. Если можно. Нельзя, а, нет, можно. Возьмите карту пропуск. А как мне его взять? А, все, просто. Они дебилы с пушками ходят. Только я один. Забочусь о мирных жителях. Давай, давай, перезаряжайся. Вижу. Идем. Вот что это за фигня? Ага, это просто... не знаю, лампа какая-то, да? Ну, прячемся. Ну, прячься, дебил! И все. Зачем их глушить, убивать, если просто могут... Если можешь, чтобы они прошли. Лишняя работенка, так просто их пропустили, да и все. А где дверь?
We got company. I'm on it. Где? Пих! На каком другом свете? Я его не убивал, а просто оглушил. И... о, все. Вирус. Зомби. Мы превратим человечество в пост... нет, мы превратим мир в постапокалиптический мир. Если бы это так было бы прикольно. То есть, знаете, вирусная вот эта хрень. Это просто какая-то там токсины, яд или еще что-то. Ух ты! Ух, ни хрена себе, какая у меня пушка! А, он мне даже сказал, что использую настоящее оружие. Да кто там еще жив? Нифига себе у нас пушечка крутая. Потопали куда? Ага, вижу. Пих! Паф! Ой-ой-ой. Да кто там вы? Обезьяны, попугаи? Нам сюда? Обезьяночки! Я их убивать не буду, они миленькие. А куда нам? Сюда? Ну давайте! А, так я вас уже тут жду, идиоты. То есть то, что я полчаса стрелял, двери не открылись, а он один раз пульнул, и они открылись. Ну что, ребята, еще раз, давайте вот тут вылечимся. Я только сейчас увидел вот эту лечилочку, аптечку, да? Ну давай, давай, шевели булками. Стреляй. Потопали, ребята. Еще раз пробуем, если нас сейчас опять завалят. Ух ты, я двоих убил одним выстрелом. Да подождите вы! Мы же это не шуточки. Там их много. Так, еще только двое, да, остались? Осталось. Все. Потопали. Поместите нейротоксин в холодильник. Поместим. Это все-таки всякий апокалипсис, как я имел в виду, говорил, да, что... Ну фиг его знает, честно, ребят, я не знаю, что это за фигня. О, только не давайте нам... Не успел сказать. Ребят, я не успел сказать. Только, пожалуйста, не давайте мне управлять вот этой хреновиной. Они сразу мне дали вертолет. Вы идиоты. Вы кому вообще доверили вертолет? Я в этом деле, если честно, ну, не очень хорош, можно и так сказать. Поэтому, скорее всего, я сейчас разобьюсь раза 35, да? И только потом я смогу пройти вот это задание. Ну, хотелось бы верить, конечно, что это будет не так, и что я смогу пройти с первого раза. Too late.
We're going! Let's go! It's too risky, Bandito! That bird goes down and takes half the West Coast with it! You know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay! Alright, you go, I'll stay in cover! Fuck it, fine by me! And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them! Come on! Let's go! Oh, FIB, Special Agent, I got this covered! Detain this man! Fuck you, I should detain you, I just took a bullet for my country! Go, go, go! Pull us up! Летите на аэродром. Ну, полетели. Будем надеяться, что сможем. Ой, 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 ой! Чуть не разбился. Все, летим. Далеко? Да нет. Ай! Кончено вот это управление, а? Like things that actually mean something. Not made up wars, but made up enemies. Matters of the heart. Я надеюсь, мы не разобьемся. Стоять, нам где-то вот тут нужно притормаживать. На трейлер там. Я говорю, кому вы нафиг вообще доверяете управлять вертолет, а? Вы идиоты, честное слово. Все, да. Пожалуйста, дайте мне закончить это задание на этом вертолете. Пожалуйста. Садите вертолет. Тут нормально? Нормально. Я ж вспотел. Hey, Frank. It's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? We're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are on to you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. Сообщение. Oh, fucking A. Yes. Че там? What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? And fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yeah, well, alright, man. Well, shit, I'll holler at you later then, alright? What a shit show. I'll tell you what, you can take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Whew. Нас на Тревора перекидывает. Я не успел. Не успела закончить одно задание, как мне сразу дали другое. А я уже хотел заканчивать серию. Нифига себе дождик. А, Тревор же везет жену вот того мексиканца к нему обратно, да, то есть со своей любовью расстается.
Охренеть, конченый мудак. Километр остался. Отвезите под, ну, в дом на ферме. Ну понятно, мы уже практически там, 800 метров там осталось, уже меньше. Отвезем, и любовь будет завершена. Тревор останется опять одиноким. Ох, нифига себе молния красивая там была. Упс, все, мы уже тут. Сейчас налево быстренько. И мы уже, ребята, приехали. Сейчас вот сюда. Ой. No. Stay. You better treat her right, man. I will, amigo. Otherwise, the other ear. Of course. The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Охрана. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect. Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Так, сейчас вот выполнено. Ну, выполнено так выполнено. Афера. Далее. Ну, дайте мне проехать. Так, давайте сразу же посмотрим, какое там есть следующее задание. Да, а хотя нет, очень лагает меню. Но там я вижу задание для Тревора. Да, задание для Тревора, поэтому его мы будем выполнять, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Если я еще расскажу, повторюсь, если вы хотите видеть новую серию GTA прямо вот сейчас, или завтра, послезавтра, когда вам угодно, все, что у вас требуется, это поставить лайк. Ребята, я рад каждому лайку. Если мы набираем 250 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5. Также оставляйте свои комментарии, если вы хотите со мной пообщаться, что-то спросить, посоветовать. Все, что у вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий, я постараюсь его прочитать, также на него ответить. И подписывайтесь, ой, нифига себе, я на него заехал. И также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, поэтому не стесняемся, клацаем на кнопочку снизу под видео и становимся новым членом нашей большой дружной семьи. Я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал. Ребята, всем за просмотр, всем удачи, всем пока.